Я сегодня пришел в лес не для того, чтобы бушкрафтингом заниматься, а для того, чтобы вам сообщить приятную новость. 16 февраля в концертном зале Герц в 7 часов вечера стартует сезонный фестиваль Winter Trash. В этой славной ассамблее примут участие такие команды, как Адовый мужик, Орлеанс Бенд. Также там будет российско-белорусский проект Шляпа Бенд Интернешнл, ансамбль краудроковой направленности с кварто-унисонным бряцанием парадозической балалайки. Молодая кровь фестиваля будет представлена такими группами, как Хаус и Анестезия. Парни довольно-таки хорошо взяли старт и успешно выступают. Орловскую хэви-метал сцену представит такая группа, как «Три слова». У парней недавно вышел новый сингл «Русичи», и, скорее всего, они его исполнят. Ну а тяжелый мадкор и нью-метал исполнит группа «Энсер». Парни сочетают тяжелые рифы с мелодичностью и как бы достойный вокал, мощный звук разбудят кого угодно в этот зимний вечер. Ну а гости фестиваля — это группа Woodstock, город Железногорск. Суровые парни, сварщики-обогатители из Михруда. Кстати, барабанщиком у них фронтмен группы Монолит. Так что это вдвойне прикольная тема. Короче, угар будет стоящим, так как команд много на любой вкус. Ссылки на билеты под роликом.